Spencer Fu s'est battu contre Thomas Zahorna et c'était intense en petit peu pire. Fu a même tenté de faire une jambette à son adversaire. Возле борта Спенсер Фу и Томаш Загорна. Но здесь тоже разница в габаритах, конечно, присутствует. Спенсер Фу пытается дать отпор чешскому нападающему, но все-таки, да, вот мы видим, слетает шлем у Томаша Загорна. Несколько ударов Спенсер Фу пропустил, но Томаш Загорна все-таки перехватывает инициативу. Несколько ударов Спенсер Фу, лайнсмены пока не идут разнимать, но и это, на мой взгляд, правильно. Нужно дать до конца выяснить отношения, тем более, что мне показалось, Спенсер Фу как раз Томашу Загорне и предложил вот выяснить отношения на кулаках. Долго-долго друг друга окучивают игроки, но все-таки Томаш Загорна, здесь мы видим, перехватывает инициативу, и таким броском можно... Vous vous souvenez de Stanislav Galiev, l'ancien de la LHJMQ, il était avec les Sea Dogs, maintenant il est avec les Akbars Kazan dans la KHL. Il a marqué un beau but contre Boris Durevers, top net. Когда со средней зоны, вроде бы большой, габаритный, но все равно как-то заходит. Давай смотреть, выход один на один, здесь получается 3-2! Воу! Вот это с неудобной сейчас поднял Галиев. Никита Дыняк здесь наблюдал. Не, он не будет участвовать в этой заброшенной шайбе. Даже плюсы не получит. Ну а Галиев своим шансом великолепно воспользовался, убрал на неудобную. Que ceux qui connaissent Vyacheslav Litovchenko lèvent la main. Hey, non, c'est pas vrai, tu connais pas. T'es un menteur. T'as jamais entendu parler de ce gars-là. Faisons connaissance avec lui et son beau but en désavantage numérique. На эту реализацию Ганзел вместе с Широковым, вот такой вариант, пока надо защищаться Спартаку. Литовченко готовит бросок, здорово смещается в центр, 1-0. Какой голешник Литовченко, фантастический гол в меньшинстве. Влево и так разобрался, хладнокровно с Гудочиком в этой комбинации. Гол в меньшинстве, ну как красиво все сделал, Литовченко и попал. И вроде бы Гудочек контролирует, да, эту шайбу двигается. Но бросок попал в такую неудобную высоту над щитком под ловушку. И здесь Гудочек не смог ничего поделать. Даже близко к воротам совсем оказался Литовченко. Круто! Cette capsule n'est pas commanditée. Non, pas encore. Aidez-moi. Si vous voulez le faire et que vous êtes une entreprise, téléphonez au service à l'auditoire au 1-888-RDS-6363 et demandez notre service des ventes.